Германию захлестнула новая волна протестов. На улицы крупных городов накануне вечером вышли тысячи сторонников движения «Пегида». Это название расшифровывается как «Европейские патриоты против исламизации». Им не менее массово ответили те, кто не считает, что Германию надо срочно очистить от мигрантов. В Кёльне противники «Пегида» даже погрузили во тьму знаменитый Кёльнский собор под лозунгом «Выключим расистам свет». В обществе наметился серьезный раскол, и эксперты уверены, до этого страну довели сами власти. Виталий Чищухин убедился, на митингах все чаще говорят уже не о мигрантах, а в целом о провале немецкой политики. Совсем недавно в Германии зародившееся и уже нашумевшее протестное движение «Пегида» в новом году подготовило своей стране испытания еще более кричащими лозунгами. Американцам они говорят «Go home», а вслед за ними посылают немецкое правительство во главе с Ангелой Меркель в отставку. Пора бы уже сбросить нашу канцлершу с ее трона. Охватившие Германию в конце декабря митинги против исламизации страны теперь переросли в многотысячные шествия, не согласных с русофобской политикой всей Европы. Меня бесит эта марионеточная американская политика против России. Я знаю русских, вы очень хороший народ. Не позволяйте этим бандитам и вассалам себя запугать. В одном только Дрездене это уже 11-я по счету демонстрация. Одновременно по всей Германии проходят подобные же акции. Они уже получили своеобразное название «Немецкий Майдан». Поистине всенародный сход. В этой толпе еще не жгут покрышки, но уже скандируют «Власть в наших руках». Я пришел сюда, чтобы высказать государству свое недовольство. Исламизация нашей страны, о которой тут тоже много говорят, мне, в принципе, уже безразлично. Что меня больше всего беспокоит, так это социальная несправедливость, начиная с низких пенсий до несуществующего правосудия, которое выносит вердикты в пользу толстого кошелька. И германскому правительству за настроением народных масс, похоже, не угнаться. Едва канцлер Меркель в своем новогоднем обращении успела упрекнуть своих сограждан за очередное проявление ненависти к мусульманам и мигрантам, как эти же самые сограждане начали испытывать предубеждения против нее самой. Все, что остается делать в такой ситуации, тушить свет, подключая к борьбе с неприятным движением «Пегида» Бранденбургские ворота и Кёльнский собор. Точнее, отключая их подсветку в самый разгар демонстрации в Берлине и Кёльне. Виталий Чищухин, Андрей Сербахи, Дмитрий Емельянов, Европейское бюро 5 канала из Германии.